так неожиданно. Как Джерри, он почти. Иди себе его будет нахлепало нахуй. АГС, ты ж любишь. Ни боты, ни штаны, ни шип, нихуя не пал. Ты рад? Да, охуенно рад. Что там есть на ком-то два бафа, там квест можно сдать? Нету, с чего болот, если все упали. А, ну да. Ладно, я курить пошел. Тебя ждем. Ну, блядь. Сейчас будешь рассказывать, кого бить. Не все же знают. Руслова бить. Отбежали от Фейда.
Ты чё, Ваня, Фурика спихнулся, брат? Че, как же Армс? Так Сурка убили, дальше Армс не надо, в принципе. Точнее, только Фурика надо, по сути, и всё. Там весь трэш совет. Да где бомжей? Я звездопад ебу. Кому катушка нужна, время? Мне. Вторая. Засранец. Катушка умерла. Давно, кстати, надо правило ввести. Те, кто в рейд идут и синячат, плюс 50 к ПРу. Плюс 50%. А то бухой, то и 50 ПР вообще получает. Но. Нормально затыкать. Май, не забивайте перед рейдом там бафаться. Арестите пока. Самогон Поклонского. Нету бафа. Рыбку дайте. Интеллект. МП5. Маму. Я тут на ютубе такую штуку классную видел. Короче, рыбу чистит сама и кожу, и кости. Да любую. Кто чищит? Он скинул там, посмотреть, прикольное. Смотри. Все смотреть пошли, да? Да, прикольная штука. Илану тут ебашьте, потому что у них тут 12 миллионов всего. Глупые смертные. Думали, что одолели... Таунить Илану, Войт. Непобедимые воины короля Лича. Илану таунить, сука. Ой, зачем?
Когда на ДФБ пойдем уже? Надо начинать формировать. Может Геру Телдорам все-таки. Чики, найти вообще не будем бить. У нас три приснай. Спрашивай, как по кинетику будем бить? Пошел на пол. Алло, блять, присты, хан. Я сейчас просто сам начислю. Просто катушка уйдет, все на колени в сумку на распыл нахуй. Посади бибо поврить. ХПС нагонял. В дверях три штуки. Мобильный хил, ты стоишь с 10% хп, просто и ждешь, когда с тебя спадут стаки. Ты себя не подхилить не можешь, что ли? Вон ТЦ, ТЦПшка. Так и чё? На себя молитву кинул, два раза быстрое исцеление костынул, всё, фулл хп. Там с облика выйдешь. Ну и чё сейчас? Сейчас лучше сдох, да? Ну мёртвый вообще не дамажит. Белин, отведи там. Вот. Как понял, лучше на хилов погнать. Мне кажется, трек ДП застал вообще никак. Да там упало три человека. Ваня, такой советчик, пиздец, а как сам так хилить себя? Там лучше, чем хилы, блин. Я на себя-то любимого всегда захилил. Пиздебанул. Ну так лучше бы. Пускай все будут это делать, чем советовать, типа да, хилы пускай хилы. Ты сейчас квараешь, ёбаные ретрики, да? Бегут такие после метки и леним кинуть на себя, блять, флешку, которая без каст. Не, ну, ты просто стоишь, жду, пока захилят, там листаки спадут туда. Стоп, не хотел слайд. Нахуй вы бесите его.
перестраховочка, вот и вихрю. Краску друида. Пристабав. Че, куда он съебал? Каску друидам кто дает? Каски. Просишь, кап. Ты ж просил когда-то нормально каску друидам, сука. Да это я бухой был. И просил не каску, а кулак. Ты не пьешь. А? Ты решал, что ты не пьешь. Ну как это не пью? Бывает. Интеллект. Дети есть? Нет. Зачем они? Рано пока. Так когда ты генофонд России начнешь поднимать? Так это же когда ты в Беларуси, наверное. Беларусь пропащая страна, тут надо минус идти наоборот. Интеллект, суслятинка. Три кнопки. Тут уже. Это было неразумное решение. Я только попробую на вкус. Что там, Десер, ты в РК пойдешь с нами? Рог личи остался.
Тулдауну карантин надо. Войт, а чем ты лечился от ангины? Сорокоградусными, и в Сибири, а не больше. Сорокоградусные, да, значит? Ты чисто спирт хуярит, чё там? Может, Геру пора давать, нет? Мне 4 кучных. Че вы Геру не даете? У меня сейчас на БДК. Без Геры передачу укуса можно добить. Ты что, пой? Там я нету вкуса, кстати, умер. Сова, свали. Я не жаляться, я просить не буду долго. Я его просто вайпну, нормально. Жесткая девушка. Чем спекаться тут в аирдропе-то? А, дарочка, приспи. Так он хилит как, блять, холивар. Чё? Курить. Выманите их сюда, и мы вам поможем. У меня вообще, наверное, минус, да, было там. Не минусует.
Почему друид ушел? Да, уже маг, маг выше ПР. Да. Трэш, кидай мне, я хилю дико вообще. Забери еще пару сотен ГП. Розет. Какой феерик! Эй, вперед! Финал! Что там, хром зайти? Без РТВРК? Ваня, ты серьезно? Не. Хочу. Рид похилил. Там хлопки пристав. Короче. Да, Ваня, ты два раза хили, потом пристом пойдем. Тебя рид похилил, они там похилят Варьку. Там кто-то говорил, Ваня, не гони, что ты, зачем, когда ты веришь? Какая разница? Какая разница? Не потом, потом не больше хватает. Конечно, один персонаж. А мне не больше ПК хватает, к примеру. А ничего страшного, я же КД повысил, господи. Там... Да, ничего. Там вспомнил молодость, на X5 зашел, конечно. DC5.5. Всех обоссал по хилу и ушел, короче, обратно сюда. По абсурбу. Там в Эску пошел, я не знаю, их там гриф у Халена не работает, они под морду и носят те метки. Я Ну там даже не ваншот, они дерем убивают его. Тут был друид,
и прист этих вороны, я их уже смотрю, приста кикнули. Друид остался. Ага. Завидовали. Там друидом 5.8 показал Ликускину мать, когда в РС-ке залечит Аспергер. Пошли на оффлайн. Не хочу. Что там сейчас? Офф или что там, как она там называется? Битва за Дренор вроде? Битва за Азерот. За Азерот. Battle of Azeroth. Так надо персон опять качать. Не хочу. Так, сразу апнешь до 110-го. Хилл аспект. Я не знаю, просто тратить деньги на вот эти онлайновые игры там... Не знаю. Быстрее, типа. Настя, ты где? Она зашла. Слушай, может, да, один или другой останется тоже на площадке. Два я останусь. Розетта, лета я останусь. Не-не-не, не хочу летать. Давай она была. Да заходи, там жизнь свет постакаешь под порталами, там нормально захилится. Да я же он разожался. Да ты тоже братья, заходи, я один захилился. Братья, паладины, поставьте третью ауру, пожалуйста. Там сейчас посмотришь же там в интернет-магазине цены там на эти на игры на PS4, посмотришь 2000 гривен. Ну это где-то в районе $70 там, сколько у вас по курсу сами считаете, так и думаешь, это нахер она надо? $70 на эту игру тратить. Реально. А водка сколько стоит у нас? Пожалуйста, пожалуйста. Ну, 100 гривен считаю. Это чуть больше $3. Такая нормальная. Житомирский стандарт, крутая водка. Я не знаю, я с Duty Free брал, что-то мне больше нравится. Звездочки. Огненный слева. Подешевый сердит, але, блин, башка никогда не болит. Я, допустим, WoW оплачиваю, играю все равно здесь, а, ну, туда прыгаю, когда нету рейдов. Но у меня такой, как бы, ну, мой личный закос, что, ну, блять, это мой досуг. Заплатить $10 за месяц игры, это вообще дешево. Ну, 10, ну, нормально, ну, блин, а тут 70 за одну игру, ну, блять, это вообще нахер она надо. Ну, просто жалко за такие деньги какую-то игрушку покупать. Проще подождать акции. На всякие пары, бильярды трачу больше, чем, блять, на эти игры. Дай, блядь, неблагодарное дело это. Проще там пойти в магазин что-то вкусненького купить, или там водочки купить, что-то такого. На сегодняшний день это одна, наверное, из самых дешевых видов досуга. Сколько, $10 стоит ловко? До месяца? Да, там даже меньше. Это если ты дополнение купил. Изначально BFAP покупаешь. Тоже сколько, $30? Так, бревно, ну не наглей. Это ваши последние порталы, ты с них выходите, не защищены. Сука, спиздили у меня портал, блядь. Ты пропала. Ты надо, сука, ты у меня пиздил. Ливай. Пиздец. Все проебал, нахуй. Все, игра закончилась. Удаляй его, плохо жил реальный мир, да? Да. Дека, истерию навали. Ваня, дай гимн на хп. Даю.
Угу. Это Ази кто-то дал истерию на баге. Мобильный хил, гимн на хп. Ему сейчас гимн на хп. Питаная. Там хилы скоро хилить будут, не? Так подавление не сбили. Как с 7 стаками подавление хилили, блять, весь всю геру. Так, Слав, приедь к нему, дали, короче, Вовку им. Ты это все потому, что копар стаки потерял. Да, по-любому. Так бы давно бы захилили. Просто перед лицом я стою один у портала, кто-то побежал, зашел в мой портал. Так шаман тебе как крикнул, ты бревно, да? Друид, не наглей. Я к этому порталу просто выпала из прошлого портала, я там и стояла. Тут приходит бревно такое, становится мою иконку, ему норм. Да, вообще не видел никого, вроде никого не было. Да, я нечаянно нажал не ту кнопку, мне пизда. Мне что, в хиле оставалось? Смотри, так вышло. Дай в ПР. Давай, куда спекайся. Я похилю. Что там, 4? Не, Ваня, Ваня, дамаг лучше, я похилю лучше. Слышишь, Вань? Да, я слышу, хорошо. Да, ну вы кончены. Приз случай-то резнул, остальным похуй. Я тебя ножиком понимал. Слава, ты тут 2 минутки. Слава, тоже дай его, окей? Рамзес. Тоже отойду. Тоже ты.
Привет. 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 Здорово. А, блин, я не тот канал поздоровался. Я здесь сижу. Пипец ты. Ну ладно, ничего страшного. Давай по новой. Это гостиная, надо вам поздороваться. Да, все мое. А ты давно гильдии? Там на пале написано, какого числа. Короче, месяц, может, полтора. Вот так. Ты их всех сам выкачивал или покупал? Выкачивал. Понял. А какой раньше гильдии был? Ну вот самое последнее в Стальном Сердце, пока там гильдейский этот был. Потом он съебался и все, и распал в гильдии. Стальное Сердце? Может, Стали Пламя или это другое? Не, Стальное Сердце. А, такое даже. Или что-то Железное Сердце. Как-то. Ну, не сильно популярное гильдии. Я понял. А ты нас там не надо. Ты просто это хотел узнать и все. Спасибо. Понял. Просто прошлое. Ой, это ты взялся в райд теоретика? Ты не написал ему имя? Не знаю, кто был мейн. Зачем это ведусь, ты не знаешь, что это? Или этот чем? Я просто не помню. Какой-то... Блядь, кто-то... Какой-то новичок тоже. Понятно. Да, светится, да, более уверенно. Знаете, моноригион на андроидах? Слышишь, читаешь, что он пишет вообще? Райдер. А, это я. Аренда 300 тысяч за нас будет платить, ну, это, просто аренда. А, ну тогда все понятно. А еще топливо мы нагрели, которое вонят. Ну, точно. Я рессел не вставал. Распихал что-то, иду. Что слышно? Рыбу будет. Там ко мне подошел, да? Нет.
А, ты я тут, там, крикнешь, когда будешь пулить, так, тактику там расскажи им, что там еще надо. Да. 100 грамм, 100 грамм. Это пол-литра, ответь, приходи. Алло, прием, уже литр надо. Похоже, 100 грамм без пол-литра сегодня. Тяжкий умрет. Да он там вроде еще за дверями. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь скрепещите смертные, ибо ваша магия теперь бессильна. Здесь ваше вторжение не окончится, никто не уцелеет. Слева тотема БДК, протопал тоже в метке. Вы не охуели так дырникову волосить глыбы, не? Протопала надо разбить. У нас два танка в метке. Там нормально все. Отдал. Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Thank you.
наша жалкая магия теперь бессильна! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Не надо, я дал, дал. Да не, накапливают, чтоб скидывать, блядь. Это тяжко. Альтер, давай гимн на хп быстрее, там все хило с подъемка. Мельки с этого не вредит, там 5 хило вас обошел. Там 5 хило вас обошел. Сейчас обошлем. Может тебе суть, и еще 2 минуты до бессмерти, блядь. Притяжка сейчас. Силы-то усилите, как в сторону. Там пришли. Лайв. На полмиллиона. Давай чуму обнули. Не, ПВП 100 тысяч добью. Он добьет, добьет. Нихуя я красавчик.